Добрий ранок. На телеканалі АТР продовжується програма «Саба». У студії працює Олександра Синько. Продовжуємо обговорювати найактуальніші, найцікавіші події в Україні та світі. І переходимо до подій у сусідній державі. У неділю у Росії відбулися численні затримання під час проведення акції прихильників опозиційного політика Олексія Навального. Було затримано близько 250 людей. Метою мітингів було переконати виборців не ходити на вибори президента Росії у березні. Про те, як проходила акція, зараз говоримо з журналістом Олександром Сотником. Олександр, здравствуйте. Здравствуйте. Наскільки, по вашим оцінкам, це була масштабна акція? Ну, если судить, говорить именно о России, то, конечно, во многих городах вышли люди, и это, конечно же, позитивно, потому что, как говорится, движение всегда лучше, чем его отсутствие. В Москве то, что происходило, ну, конечно же, я ожидал большего количества народа, но вышло, сколько вышло, столько вышло. От 2 до 4 тысяч человек, данные разнятся, я склонен считать, что где-то 2 с половиной тысячи человек вышли. Что порадовало, это то, что к протесту стали проявлять внимание молодые люди, молодежь, студенты, школьники и так далее. Ну, собственно, это дело молодых, им жить в будущем, это понятно. Но что огорчило, это практически было очень мало людей возраста 25+. Очень мало людей. А скажите, пожалуйста, какие причины озвучивали люди, которые вот выходили на акции? Как они обосновывали свою позицию и что заставило их выйти? Ну, насколько я понял, их не устраивает вечный Путин. Потому что следующие 6 лет можно приравнять к знаку бесконечности. Их не устраивает несменяемость власти, их не устраивает уровень коррупции, их не устраивает закрытость власти, их не устраивает то, что их не считают за людей. И поэтому, ну, в общем, предрешенность так называемых выборов, вот этого выборного процесса, их не устраивает. Им хочется новой, живой политической жизни. Они хотят, чтобы был настоящий выбор, а не эрзац. Были ли провокаторы на акциях? Есть ли у вас такая информация? Ну, не то, что есть информация. Я вчера, например, даже с нашим оператором, мы совершенно случайно нарвались на так называемых серб, вот эти Тарасевичи и так далее. Они там нам сначала обрадовались, но мы так быстро ушли, что они даже не успели произвести никакой провокации. Конечно, провокаторы были, но как-то все прошло более-менее мирно. Самое главное, что ОМОН не провоцировал никого. То есть в Москве, по крайней мере, обошлось без задержаний, если не считать задержания, собственно, самого Алексея Навального. Но и того, насколько я знаю, уже выпустили. И, может быть, там до суда, как говорят. В общем, суд будет. Доживем до суда, увидим, что ему пытается вменить в вину. А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то реакция российских оппозиционных политиков на эту акцию? Кто присутствовал, кроме Алексея Навального? Но я не увидел никаких известных политиков оппозиционных. Я знаю, что когда протестующие пошли гулять по Тверской, они встретились с Жириновского, но там попытались они его как-то потроллить, но ничего не вышло, потому что Владимир Вольфович сам старый тролль, он сам кого угодно затроллит. Ну, в общем, мне кажется, никого из политиков таких громких и не было. Ни Явлинского не было, никого из таких политиков федерального масштаба. Да, вот в репортажах очень многие участники акции говорили, что очень многие их друзья или знакомые боятся выходить по разным причинам. Реально можно предположить процент россиян, недовольных властью? Вот какой-то процент в процентном соотношении вы можете назвать? Это удивительная история. Властью действительно недовольно большинство россиян, но при этом они как заведенные твердят, что пусть остается Путин. Уж лучше Путин. Мы, по крайней мере, его знаем. Мы к нему привыкли. Это, то есть, плохо, но стабильно. Удивительная вещь, но недаром машина пропаганды работает на полную катушку 18 лет. И вот это, если не Путин, то кто? Это очень сильное такое настроение.
шизофрения. Общество наше больно, очень больно. И я бы еще хотел донести до ваших зрителей такую важную вещь. Я вчера спрашивал у тех, кто вышел: хорошо, вы вышли, вы заявили, а дальше что? Какой следующий шаг? Никто ничего не знает. Никто. Они боятся, они не понимают, каким должен быть следующий шаг, и главное, в каком направлении. Они говорят: мы будем действовать в законном поле, в конституционном поле. Но при этом их ставит в тупик вопрос, а что делать, если Россия стала зоной беспредела и зоной беззакония? О каком законе, о соблюдении каких законов может идти речь, когда незаконно фактически все, когда сама Конституция уже вне закона? Ответа на этот вопрос я не услышал. Может, люди боялись отвечать откровенно, но ответа не прозвучало. А вот возвращаясь к теме беззакония, я, насколько нам известно, очень большое количество россиян поддерживают аннексию Крыма и всячески ратуют за то, что Крым теперь якобы принадлежит к части территории Российской Федерации. Вместе с тем, вчера глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чебаров призывал крымчан бойкотировать выборы 18 марта, которые должны пройти на территории Крыма. Как вы считаете, можно ли ожидать в этот промежуток времени провокаций и всяческих арестов и давления на граждан Украины, которые проживают в Крыму, в частности на крымских татар? Безусловно, это давление, по-моему, никогда не ослабевало с тех пор, как Крым путинский режим аннексировал. Конечно, давление будет только усиливаться, потому что Путину нужна явка, а в Крыму ему нужна явка, как, наверное, нигде. Он очень жаждет легитимности, он жаждет победить при большой явке, при высокой явке, с большим отрывом. Ему нужно предъявить Западу, ему нужно предъявить цивилизации свой легитимный мандат. Вот это ему необходимо. Ну и, конечно, Крым для него — это, скажем, его величайшее, как он считает, завоевание. И ему нужно легитимировать себя в Крыму в том числе. Есть ли вероятность объединения оппозиции, вот, кроме митингов? Что еще может быть? Я не знаю, что может быть, я не Ванга. Насчет объединения... Может ли оппозиция выйти единым фронтом, объединиться как-то, ну, кроме акций протеста? Или создавать многочисленные акции протеста? Проводить их в разных городах? Пока что, знаете, очень долго раскачивалась эта ситуация там, к 28 января, что нужно выходить, нужно выходить. Я, в общем-то, и сам призывал, говорил: люди, не сидите на месте, не сидите на диванах, выйдите, действительно выйдите, потому что страна уже, мы уже летим в пропасть, мы не катимся, мы летим. И то, что вчера вышли на всю Москву, 2,5, по моим подсчетам, по моим оценкам, 2,5 тысячи человек, это, конечно, ничто. Это, конечно, ноль, это практически пустота. Я не знаю, это какой-то вакуум в вакууме получается. Это очень печально, и о каком объединении может идти речь, я не знаю. Получается, что даже Навальный растерял тот уровень поддержки, который у него был. Ведь на улице выходило, летом, по крайней мере, выходило большее количество человек, там в 3, 4, 5 раз больше выходили. А вчера 2,5 тысячи. Ну, это, конечно... Но вместе с тем, несколько лет тому назад, когда похожие акции проводил Борис Немцов, они были намного многочисленнее и намного более массовые, нежели, вот, к сожалению, акции, которые проводит Алексей Навальный. Как вы считаете, сама личность лидера оппозиционного имеет для этого значение? Ну, личность вообще всегда имеет значение и в истории, и в политике, и в искусстве, где угодно. Как вы считаете, почему все-таки с Борисом Немцовым выходило намного больше тысяч человек? Почему люди тогда не боялись? Ну, люди опасались всегда. Другое дело, что Борис Немцов, он формулировал несколько иную повестку дня, что ли.
И поэтому, когда, например, выходил... На моей памяти самый массовый, самый масштабный протест случился 13 января 2013 года. Вот этот марш против подлецов, когда был принят закон Димы Яковлева, когда вышло порядка 120, наверное, тысяч. Никогда больше марши не собирали такого количества людей. Это был действительно гражданский марш, который тема детей, которая объединила всех. Вышло огромное количество народа. Ну и, конечно же, этот марш 21 сентября 2014 года, марш против войны с Украиной, когда тоже вышло около 100 тысяч человек на площади Москвы. Но просто другие ставились, другая была повестка дня. Борис Немцов умел сформулировать. И, конечно же, его личность... Его сильно, очень сильно не хватает. Убив Бориса Немцова, конечно же, Кремль достиг своей цели. А способны ли кто-то из оппозиционных лидеров заменить или как-то иметь такое же влияние, как Борис Немцов имел на население России? Нет, однозначно нет. Пока такой личности на политической поляне не видно. А как вы можете оценивать кандидата от КПРФ Грудинина, если он реальной альтернативой или конкурентом для Владимира Путина? Все господа, которые участвуют в этом предвыборном цирке, являются клоунами, являются спойлерами. Говорить о ком-либо из них всерьез бессмысленно. Это все... куклы из нашего театра кремлевского Карабаса-Барабаса. Угу. Вот и все. Значит, единственный выход – это бойкот? Или есть другие альтернативы? Нет, нет других альтернатив. Понимаете, я всегда говорю одно и то же. Невозможно войти в подъезд несуществующего дома. Мне говорят, надо войти в этот подъезд. Я говорю, какой подъезд? Дома нет. Куда идти? Людей просто лишили института выборов. Их лишили кандидата против всех, этой графы против всех. Их лишили порога явки. Получается, что даже один человек, Владимир Владимирович Путин, придет, проголосует за себя, и выборы состоялись. А какой процент? Нет, а какой этот процент... институт в России разрушен. А какой процент неявки населения на выборы может свидетельствовать о сорванности этих выборов? Ну, вот или в Москве, об успешном, например, бойкоте. В 2016 году, в сентябре месяце, пришло порядка 16, что ли, процентов избирателей. Можно считать это провалом? Mm-hmm. Я считаю, что это безусловный провал. Люди не хотят в этом участвовать, по большому счету. Не хотят. Им это надоело. Поэтому агитировать за то, чтобы прийти, испортить бюллетень и так далее... Это все равно, что агитировать людей совершить какой-то большой-большой грех и поучаствовать в этом масштабном преступлении. Помочь Путину легализоваться, организовать ему явку. О чем может свидетельствовать подобная инертность населения? То есть просто безразличие? Ну, это свидетельствует о том, что сама по себе, а население сам по себе. Больше ни о чем. Население смирилось. Население не хочет в этом участвовать. Население живет отдельно от власти. И, в общем-то, его можно понять. Есть одна надежда на молодежь остается? Я не знаю, на кого есть надежда. У меня такое было ощущение в связи с тем, что никто не понимает, что делать дальше. У меня надежда на давление извне. На давление Запада, на новые санкции против режима Владимира Путина и на то, что там наверху вот этим олигархам, этим людям, окружению Путина однажды этот человек просто надоест. Мы будем надеяться на это вместе с вами. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Всего доброго, мы с вами прощаемся, а надалі випуск продовжить новини «Заман». Дякую.